Всем привет, мои дорогие подписчики! Я вас приветствую на своем канале успешных ICO стартапов. Сегодня буквально наткнулась на очень интересный проект под названием BitNation. Как вы видите, я сейчас нахожусь на официальном сайте их. Его изучив полностью, прочитав техническую документацию, в принципе, основные аспекты, мне он очень понравился, и я хочу с вами сегодня о нем поговорить. Сейчас я нахожусь на официальном сайте его, здесь указана, в принципе, информация о том, что с сегодняшнего дня начался крофт сейл, то есть 25 марта 2018 года. BitNation – это первая в мире децентрализованная добровольная нация без границ. Эта компания, в принципе, еще началась в июле 2014 года. В принципе, они организовали с того момента уже очень множество событий, о которых я вам дальше расскажу, в принципе, по технической документации. Там все это подробно описано. Данная компания, в принципе, это реальное доказательство правильности концепции децентрализованной нации с добровольным участием, которая не имеет границ. Они поддерживают свободный доступ к своим исходникам, поэтому любой человек может создать собственную нацию на базе BitNation. На данный момент зарегистрировано уже более 200 новых наций, вот, а также у данной компании уже есть свыше 100 посольств и консульств. Как вы видите, то, о чем я говорила, публичная продажа началась с сегодняшнего дня, вот, и, в принципе, уже идет. Кроме того, на канале Slack имеется динамическое сообщество из 2000 соавторов. Данный проект предлагает широкий диапазон собственных услуг, а также услуг, которые предоставляемые совместно с другими поставщиками. Так как я уже говорила, что в течение определенного периода уже были созданы публичные нотариальные услуги на базе блокчейна BitNation, использующиеся для самых разнообразных целей, браков, завещаний, свидетельств о рождении, регистрации компаний, оформления прав собственности там, на землю, соглашения о свободном найме, долговые соглашения и тому подобное. Также это было предоставление неотложной помощи беженцам даже в рамках BitNation. То есть лица без гражданства, в принципе, могут получать идентификатор блокчейн. Вот, и, в принципе, партнерское взаимодействие со сторонними поставщиками управленческих услуг, например, для разработки открытого аппаратного и программного обеспечения, исследования, в принципе, многих аспектов в рамках образовательной программы. То есть и изучение и обеспечение базового дохода услуг физической охраны. Также в течение 2014 и 2015 года через систему BitNation организован первый в мире брак на основе блокчейна. Впервые получены удостоверения гражданина мира, блокчейн, сертификат на земельный участок. В 2016 году было на этой платформе написано первое в мире DBVN конституция, вот, через блокчейн Ethereum. С того времени, в принципе, функционирует ресурсный центр для других создателей. Вот. И также юрисдикция Pangea, разработка которая началась в 2015 году. Вот. И, в принципе, сейчас она уже на данный момент представлена версией 0.3, построенной на базе IPFS, SSB и Ethereum. Вот. И, в принципе, ключевая функция любой нации – это защита собственных граждан и их имущества за счет юрисдикции, применяемой, в принципе, принудительной порядок, то есть за счет практических полномочий, администрирования, правосудия в рамках, в принципе, выделенной области ответственности. То есть безопасность и правосудие гарантируют защиту имущества, которое хранится в этом проекте, то есть включая даже тела собственные, от насилия и незаконного отчуждения. В последнее время категории безопасности и справедливости, в принципе, сливаются воедино, поскольку все чаще их активы обретают цифровую форму. Также здесь можно ознакомиться с командой данного проекта. Это все опытные специалисты в данной сфере, которые, я уже говорю, являются надежными и не первый год работают над этой платформой. В принципе, что является
очень хорошим аспектом в том, чтобы доверять. Также вы видите, я думаю, наверняка известных партнеров данной компании, такие как Amazix, Liberland, Bitcoin, Suse, вот, и тому другие. Также медиа можно просмотреть, конечно же, это подписаться в конце официального сайта на рассылку, чтобы быть усведомленным о всех новостях и обновлениях, которые будут приходить вам на вашу почту. Также можно подписаться во всех социальных сетях, которые присутствуют на данном официальном сайте, такие как Medium, Twitter, Telegram, Facebook, Reddit и тому другие. Также хочу вам показать техническую документацию. Есть вот англоязычная, она состоит из 42 страниц, но так как подписчики, большая часть моих подписчиков это русскоязычный контент, поэтому я подскажу вам, что есть также техническая документация русскоязычная, она состоит из 54 страниц, в принципе здесь очень все подробно описано, и конституция, и в принципе аннотация к данному проекту, и все вопросы, вот, которые существуют в содержании. Также можно посмотреть о токенах на данной странице, то есть на данной технической документации. Данное, в принципе, ICO будет проходить в 3 фазы. Вот. Это является, в принципе, очень удобно, потому как на каждой фазе, то есть свои действуют скидки, свои, в принципе, условия, поэтому это будет очень и очень удобно. Также можно посмотреть технологию, вот, Pangea. Конечно же, почитать вот внутреннее устройство, которое будет, в принципе, можно скачать будет его в чат-приложениях, вот, и, в принципе, я думаю, что этот продукт вам понравится и в использовании, то есть, тем более, что он уже не первый год, как бы, основан, то есть, с 2014 года у них статус. Поэтому я считаю, это очень надежный, в принципе, и перспективный проект. Также можно показать вам Bitcoin Talk ветку. Сейчас вот здесь вот информация о бизнес-модели. Вот доходы, которые после 5 лет компании, в принципе, планируются. Вот, и, в принципе, все вопросы, которые вас только лишь могут интересовать, все здесь есть, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании, и читайте. Также есть вот Bitcoin Talk ветка, здесь также есть разные вопросы, которые люди обсуждают, также есть ссылки, которые скидывают, вот, и, конечно же, Bounty ветка есть, если вы, в принципе, хотите инвестировать, либо же приобрести токены в данном проекте, но у вас нет такой возможности, вы можете перейти по ссылке, которую я оставлю в описании, и, конечно же, по условиям и по усмотрению данной компании быть за это вознаграждены при, как бы, при условии о том, что вы будете соблюдать все договоренности данного проекта. Также можете присоединяться к Телеграму в данной компании. Вот, здесь уже участвуют более 5000 человек, которые активно обсуждают данную компанию, которые также говорят о преимуществах данного проекта и, в принципе, все вопросы, которые их интересуют. Также есть Twitter. Я подписалась уже на обновление, слежу как бы за данной компанией, отслеживаю последние новости. И, в принципе, в дальнейшем думаю, что еще сниму вам видеообзор на данную компанию, так как есть еще о чем, в принципе, поговорить. Но будем смотреть по времени, как и что будет далее развиваться. Поэтому, если вас заинтересовал данный проект, читайте техническую документацию, переходите по всем ссылкам в описании. Вот, и изучайте, конечно же, на свой страх и риск, делайте все ваши решения обдуманными. Что ж, спасибо, что были со мной. С вами был Мир Биткоина. Всем пока!